О, всем привет, вы на канале Тикай Пума, со мной моя подруга Софья, и мы играем в прятки в Майнкрафте. Блин, у меня тут три кровати в глазах. Сегодня, короче, кто-то из нас прячется, а я буду искать. Сначала я ищу Софью. Знаешь что, я тебя вижу сначала, она слезла. Слезь! Соня, слезь отсюда. Короче, а чё в таком шкаф? Я нашла вот такую карту, и я не могу тут включить на выживание, почему-то у меня не получается. Ой, иди сюда! Да иду я, блядь. Сейчас получишь. Так, где? Короче, ребят, Соня, давай прячься. Я сейчас встану в угол и буду считать, найду тебя. А тут можно летать, да? Можно летать, да? Я уже место нашла. Валь, уже можно как бы летать и прятаться. Летать нельзя. Ну, можно летать и прятаться, но в крайних случаях. Если я нашла, то нашла. Все, давай я считаю до 30. Все, а я спряталась. Найди лучшее место. Я не на краях карты. Я на ее половинке. На компьютере, да? Тус. Только искатель может летать. Нет, а ты меня быстро найдешь. Ха-ха-ха! Нашла! Ладно, я... Спряталась. Не кричи. Я не рычу. Это было очень смешно. Это было очень ужасно. Окей, ты просто встань и... Нет, не считай. Я скажу, когда я спрячусь, окей? Ты встань и в пол смотри. Я за тобой слежу. Стой и не крутись, пожалуйста. Сейчас, подожди. Ну, Соня, ты подглядываешь. Я так с тобой не буду играть. Я с тобой не играю. Соня! Да я иду туда посмотреть. Чё в окошке? Ищи меня! Я даже не сказала. 1, 2, 4, 5. Ты меня видишь? Да? Нет. Так, куда ты там спряталась? Подсказка. Это место деревянное. Деревья. Если не найдешь, просто говори, я сдаюсь. Ну, сразу не надо, просто ищи меня. Мои подписчики знают, где я. Так, я от тебя подальше мой телефон, а то она подсмотрит, я ее знаю. Я тебя сейчас вообще не вижу. Это где? Ты в кровати? А не, я не в кровати. Я блоки не ломаю. Так. Как она быстро там бегает, я слышу. Пожалуйста, не ломай блоки. У нее сейчас лицо такое было хитрое. Так. Как будто она что-то такое. А Вась, ты говорила, что в шкаф полезла. Но тут тебя нет. Я не знаю, какое это. Но... Вот такое. Я вижу твой ник, ты тут где-то рядом бегаешь, а я не понимаю, где ты. Ну вот такое деревянное. Если ты меня не найдешь, сдавайся. Я Соню быстрее всех найду. Она не знает потайные места. Простите, ребят, мало памяти. Сейчас мы будем играть. Так. Я сказал ему, победа любой ценой. Да я не наверху, слышь, а? Я внизу. Слышите, она не сдается. Просто вышла ошибка. Куда? Твой ник очень маленький, я тебя еле вижу.
О, кто-то падает. Ты меня видишь? Да, я тебя вижу. Но я присела, ты меня не видишь. Ах ты жопа. Попробуй сначала меня найти. Так, я попью. Ребята, она меня не найдет, наверное, до скончания веков. А вы напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение? Так, так, так. Порядок в Майнкрафте. На деревья. Точнее, надо мной деревянные. А рядом я не знаю, что это такое. Рядом? Я не знаю, что это. Либо это дерево, либо нет. Вот ты еще раз около меня пробегала. Она там возится. Вот я за один блок сейчас сломала. Ха, я тебя вижу. И потерял девушку. Крутится такая. Сдаешься? Не, иди не сдаешься. Да ты меня до всей серии будешь искать. Ребята уже заснут, наверное. Если бы я играла с таймером, тогда бы ты сразу крякнулась. Проиграла. Так, а где ты? Я тебя не вижу. Я покажу. Я точно не там. Я могу выйти. О, вижу. Ты прям как комета. Посмотрите на нее. Значит. Где? Покажи. Я точно не на люстре. Я внизу. Да внизу тебя нет. Ты плохо ищешь. Я скажу, что я слепая. Да, ты слепая. Да, бля. Ты тысячу раз это место обходил, но меня не нашла. Это место очень тысячу раз. Ты тысячу раз около этого места летала. Да, ребята, видите, что передо мной находится? Она тысячу раз передо мной летает, ты не находишь. Сдаешься? Нет. Я достойная. Ха, ты надо мной где-то. Что значит над тобой? Ладно, я сдаюсь. Точно? Точно. Иди сюда. К креслу. Компьютерному креслу. Ищем другие места. В одном и том же месте не прячемся. И проверяем, бывает. Я была в черном угле! Вот тут, смотри, ты сюда даже не залетала. Вот тут я пряталась, вот в уголке. Вот тут пряталась, вот так присела, и ты меня... Ты тысячу раз вокруг этого кресла. Все, моя очередь водить. Ой, подожди, я сейчас попробую. Так, я встану около стенки, окей. Я просто... Я упала! Окей, короче, я считаю, а ты... ну не считаю, ты просто прячься и скажи, да, нет. К Соне сейчас не смотрю, потому что она может смотреть, где я летаю. Смотри. Спряталась? Ну давай. Сейчас узнаем, кто лучший прятальщик. Я около стенки встаю. Я слышу. Ни хрена себе, какое местечко. Ребята! И че ты прятала? Ну потом. Хорошее место для моего прятания. Это где я? А, я поняла, где я. Так, Сонечка, я тебя ищу. Я где-то слышала лесенку. Может, она... Буду искать. Оп-оп-оп-оп. Арай, рарай. Я бегу по Майнкрафту на компьютере. Передаю всем привет. Я не могу спуститься. Я не могу спуститься, Люба. Че у тебя там? Ах, я тут не яду. Как прикольно искать добычу. Не страшно. Так, а я сейчас буду в самые укромные уголки искать, где лесенка есть. Лестница. Так, тут
была. Так, от меня не убегать. Ты не можешь перепрятываться. Нет, я же вижу твой. Ты где-то в компьютерах, да? Да. Да-да? Да-да. Компьютера где-то. Не ломала блоки? Я тебя вижу! Я сейчас... Где же Сонечка? Ага! Попала! Нет, ты меня не найдешь. Я тебя нашла. Нет, нет, нет. Не спрячься. Соня, теперь твоя очередь искать, окей? Вот стой в том шкафу и... Можешь там встать и ждать, я скажу тебе. Все, спасибо. Не двигайся, просто не двигайся, я сейчас быстрее. Соня, пожалуйста. Да пожалуйста, Сонька. София. Пожалуйста, не двигайся. Так, подожди. Пожалуйста, не двигайся, ничего не делай. Ну, Соня. Да ты точно что-то делаешь наглое. Так. Ребята. А нет. Я вот сюда. Пожалуйста, даже не смотри ничего. Потому что я сейчас спрячусь. Спряталась. Все, ребят. Ты ищешь? Так вот я тогда... Не взорвай ничего. Не взорвай. Пока. Соня, да ты всю карту сейчас испортишь, я тебя знаю. Пока ты там возишься, я посмотрю, что я могу достать. Так, что ты делаешь? Можно посмотреть? Давай. А вы стоите? Где ты, нахуй? А, ничего, я твой ник вижу. Как ты так бегаешь? Летаешь. Фу! Я еще твою крошку не видела. Чего? Чуть не выпал с твоей крошки. Ты издеваешься. Ребята, она была низкая. Алия, шутка, шутка. Она чего, была низко? Низко! Она была низко. То есть ты где-то наверху? Да, я наверху. В люстре где-то. Где-то? Ой, блин, я даже блок нечаянно сломала! Можно я сейчас заделаю быстро? Ну где? Гравием заделала. Ну блин, на тебя на люстре нет. Потому что я прячусь в другом месте. Я мастер прятания. Обращайтесь ко мне, ребята. Ребята. Сейчас кружку своими лапами. Ты просто... Я испарилась в воздухе. Какой? Можно? Я могу тебя. А ты вообще где? Я не знаю. Это пол. Ну да, это пол. Ага, значит, ты потайное место нашла? Да. Поздравляю, у меня тоже тут очень потайное место. Так, я и могу выбраться. Ребят, если вы скачаете такую же карту, запомните мои места, и тогда вы точно выиграете. Посмотрите, посмотрите, мои подписчики самые лучшие. А Соня там продолжает вот где. Ты все время почему-то в той стороне. Все время в правой стороне. Я нашла потайное место. Я очень рад, что ты бросил свою никчемную стряпню. Так, тумбочка.
Хорошо. Да ты меняющий, потом будешь рассматривать. Даже никак туда не залезть. Короче, ты потом будешь рассматривать местечко, окей? Тебя... Чё ты присела? Чё ты присела, я тебя не вижу. Да я или так. А, твоя Ника сейчас. Ну ты сдаешься или нет? Нет. Давай ищи тогда. Ты меня до скончания веков не найдешь. Но если ваш друг профессионал, про, и сразу вас может найти все тайные уголки, тогда бегите как можете! Так, ты где? Соня, не хитри. Иди-ка к компьютеру. Иди к компьютеру. Ты опять в компьютере? Идешь? Если ты в компьютере, сейчас зарыдаю. Нет, я в другом месте, в более крутом. Смотри. Та-дам! Где ты? Иди сюда ко мне. Лети ко мне, я тебе покажу, где я пряталась. Ну иди сюда. Ну, Соня, тогда мы сейчас не будем играть. Сонь. Окей, я не играю. Она хитрая у нас. Давай пойдем к котенку. Да отстань ты от этого котенка. Чё прилезла? Мы снимаем видео вообще-то. Окей, ребята. Тогда я буду одна играть. Ты ко мне не заходи, пожалуйста. Тебе туда нельзя. Вообще-то он мой, и короче, тем нельзя. Потому что это моя тетя. Она не твоя тетя, а моя тетя. И мне все можно. Хотя ничего не... Ладно, ребят, тогда Соня у нас смылась. Короче... Я буду вам показывать тайные уголки. Подождите, у меня не работает. Очень прикол, у нас на втором этаже теперь дивана нету. Короче, смотрите, тайные места могут быть везде. Надо хорошо просто найти. Ну, давайте вот сюда. В шкаф, да? Тут у нас что-то интересное. И например, вот сюда, вот тут можно тоже спрятаться. Темно, где темнота, это хорошее место. А, ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будущий канал Софы. И пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение. Соня наверняка тоже захочет продолжение. И всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я тут заблудилась. Я не хочу продолжение. Я совсем...